Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о новой летающей видеокамере, дроне Mavic Pro. Один из немногих недостатков дрона Mavic Pro – это чрезмерно низкая его посадка. Дрон фактически садится на брюхо. Нижние сенсоры забиваются грязью. Вентилятор гонит внутрь корпуса песок и пыль. Объектив с подвесом находится в 2 сантиметрах от грунта, и в него попадает грязь. Даже невысокая трава превращает дрон в газонокосилку и не позволяет правильно взлетать и садиться. В интернет-магазинах появились удлинители ног по цене $15 за комплект. Но купить мне их не удалось, и поэтому пришлось самому удлинять ноги моему Мавику. Я решил дополнительно поднять дрон на 40 мм. Отсюда образовались параметры деталей, которые пришлось изготовить в домашних условиях. Переднюю часть Мавика я поднял довольно просто, подобрав 2 резиновые трубки с внутренним диаметром 11 мм и наружным 17 мм. Их длина 50 мм. В один конец трубки вставил пробку от аптечного пузырька. А другой одевается на имеющуюся ножку и заходит внутрь на 14 мм. Для обеспечения необходимой жесткости, свободное пространство трубки, я заполнил пластмассовым отрезком от шариковой ручки. Обе передние ножки взаимно заменяемые. 2 задние ножки я вырезал из 1,5-миллиметрового листового алюминия и прикрепил каждую к 2 резиновым скобам в задней нижней части коптера. В качестве крепежа использовал медные болтики с резьбой М4 и такие же гайки. Крепеж заимствовал из старых штепсельных вилок. Теперь у Мавика 4 ноги. Я рекомендую задние ножки сначала сделать из плотной бумаги или картона. Подогнать хорошо по месту и лишь потом вырезать их из металла. Высота каждой задней ножки 38 миллиметров. Это не мешает
садить коптер в руку. При удлинении ног нужно помнить, во-первых, все детали должны быть изготовлены из немагнитных материалов. В моем случае это алюминий, медь, резина и пластмасса. И второе, задние ноги и их крепления не должны закрывать элементы нижней системы видения. Вес дополнительных ног не превышает 20 грамм и не влияет на летное качество Мавика. В сложенном состоянии удлиненные ноги не мешают транспортировке дрона в фотосумке. Продолжительность установления или снятия удлинителей ног не превышает 2 минут. Лично я их не снимаю. Вот и все. Желающие могут использовать мой опыт и дополнить его своими разработками. Если вы считаете такую инновацию полезной, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. До новых встреч!